Хорошо. У кого ты спрашиваешь сейчас? Люди с работы поприходили. Правильно. Если работа мешает игре, нахуй кулак с работы. Лучше дай, ёпта. Войт за поплатить будет. Какие ты каски нахуй давал, заебал. Теперь кулак будешь давать. Алло, жирная сова, уйди с рыбы. Ну конечно, я же размал, у нас не было больше половины. Аддон на каски и кулаки у тебя есть. Алло, жирная сова, трисни с рыбы. Нет, спасибо. Ты говоришь, что ты против Мишки имел? Но же все равно я успел тыкнуть, поэтому плевать. Тыкнуть в Мишку? В рыбу. Смотри, Фил хренов-то. Посягается на Трандуила. Что, будем анекдоты травить или побьем босса? Алло, сори, я вернулась. Похавай, начнем. Я понял, почему мы стоим. Мне сестра позвонила с больницы, сказала, что ей теперь еще с гастритом сюда отправляют, помимо того, что у нее было. Ну, всего и наилучшего. Угу. Я не слышно, если что. Ты покушал, Седжу? И грибцы были одни все. Ну, такое. Такое. Эти тоже, не будем говорить про еду. У меня просто нет еды. Я отвернулись. Никуда не ходил. Отошли. Я обычно покупаю какую-то дневную паёк себе покупаю и все. Вот как дела? Вот ты что умер? Чей сдох? Бич. Тури, вот как дела? Только хотел сказать, типа, что хпал пришел, рейс сразу же фулл стал. Отвернулись. Ты далеко сечу. О, нормально. Отошли. Ну знаешь, спина босса тут тоже как бы. Ну да, спина босса дело такое. Ну как бы. Не 50 же мастерства собирать. Какой вопрос, Слав, ты здесь, да? А босс на мне, да? Ладно. Вот, такой вопрос. Если найду покупателя на ТТГ-25, как скоро она может... Ты сам знаешь ответ на свой вопрос и на свое требование. Их люди пойдут на ТТГ, когда типа у нас есть, ну кому что забрать? Кому твинам? Отошли. Ну, похуй, даже твинам, типа, все равно есть кому забрать. А так будут бабки на гильдии, вот, потом. Не было. Такое будет, когда у нас люди не будут играть нет, тысячу миллионов твинами, блин. Когда у меня вар не будут ходить в рейды, будут либо приз ходить, либо вар. Да, у Вейда будет всего один персонаж, который, блин, ну, такой максимально такого хороший. Будет, ну, это ну, вот видишь, так что... Персонаж. Вот видишь, так что... Да, скажем, то же самое в истории, будет ходить только Прист или Рога, ну... Там, скажем так, либо просто только Прист, так потому что Рога... Бич. Бича слышу. Не, история в 20 FPS играет вообще в шоке. Мы видим, что да, сопротивляет. Но само 150. У меня? Нет, типа, что история играет сам. С ним говорит, что в 20 FPS играет, а у самого 150, блин. Обманывает. Нет, я видел его стрим. Да, ну ладно. Нет, так стрим там... может налагать, а у него... Ну, 150 разделить на 10. Сейчас на 60 FPS. На 10 мониторов разделить. Ну, с такими шутками... У меня сейчас сотка, просто сотка держится. У меня 140. Вертикалка, короче. Ну, у меня вертикалка стоит сотка. У тебя из-за БДО стрим капец лагает. Не. Не из-за этого. БДО меня вообще не напрягает. Че, Врей, че там с ДПСом? Нашли.
и нер. Увойду. И нера сегодня не будет. Вернулись. А, наебал. Такой просто миллион у нас. Войд, слышишь меня? Войд. У нас есть проблемы? У нас есть проблемы с рыбой в рейде? Тебе уже Войд намекнул на проблему у нас у людей. Да нет. Я про людей вообще, я их том труба шатал некоторых вообще. Зачем рыба, если людей нет? Кому ты будешь рыбу давать? Ну ты спрашивай, просто я тут это решил заняться любимым делом в игре, правда? Хочу знать. Получите шмотно. Или чё, ткань? Ну, кастером салама стрим. Огласите весь список, что-то выпало. Чтобы я знал, что... Плечо, короче, ткань и танка пуха. Надо. Дисси? Вроде было. В Дисси. Чё за тарталетка? Иннер вне КД. Чё за тарталетка? Это Аделька. Трандуил? Да, это Аделька. Сегодня какой-то весь день чел с ником Корсач такую хуйню пишет в общий чат, я ебал. Да, не, серьезно, он меня сейчас заебал уже. Я бы хотел бы его... Кинг-Конга убили, можно и другого убить. Правильно. Блин, еще нету гадюки в рейде. Как же жаль. Да, согласен. Блять, можно вырастить гадюку в бите. Что-нибудь кушай. Рей, Войд. Я ем. Но 32000 маны сами себе не отрегенят. Угу. А прикинь, когда у тебя 45. Я знаю, мне на престе столько. Так тебе что, подойти? Короче, у нас сейф один получается. Так что, блядь, на... Только отдам сейф, короче, на бублики, ну. На заход бублики. Пон. Живите, как хотите. Войд, потей. Или Войд, у тебя есть сейф. А, ну все, отлично тогда. Отдашь на первую, короче. На первое дыхание. Угу. Ну как, мана-то кому-то нужна будет. Кому? А... Так у тебя же Джаган. А Рома сильная гильдия? Значит, хочешь убить их? Тут чел скидывает, типа. Нет, ну серьезно. Да хочешь бить, бей, что ты спрашиваешь? Да нет, я просто тут чел пишет, типа, жом идут ЗС, я хочу глянуть по твичу, что там вообще у них как. Может, то себя нужно. Ама. На РДД. Мобы. Походу на сову пойдет. Сова держит сферку. Поменяйтесь. Подмените на сфере. Далеко, далеко не убегай. Да я первый раз, я ж не знаю, что с этими делать штуками, я никогда не садила тут. Откуда я знала, что они лопаются, взрываются так? Я же видела, ты же на первой... Нет, я на не... Я не смотрела тогда на других, смотрела в хиллбот, зря, я сосчитывала. Зря,
когда нас доиграешь, на ДДшке посмотри по сторонам. Вам просили передать, что вы жесткие деды. Кто? Сестра моя. Привет, сестре. Просто тебе привет, Алин. Сестра, зачем? Кому? А, готовимся в бублики зайти. Сокру дал. Вышли. А, все умерли. КД не хватило ложного. Семья. 10к, не приговор. Ну, кантилятор 19 дает. Потому что трэш здесь есть. Ну так, кстати. Зато бурс 20. Там потом начинается бегать от проклятий. Ну, почти убили. Ну ладно, все, отдыхайте, отдыхайте. А я что делаю? Скажи мне, как ты в десятке даешь 20к? Смотришь стрим. У тебя хп 180к. Ебать. Сиджи хилит просто ходками. Радушный. Спот. Да, шалфет ему это рейдит. Кстати, Ванин, это надо в недра сгонять. Ты, у тебя есть время? Ну, мы коровую бычку забыли. Ой, кидай каски. Какой же... Я уже другой кину. Если ты долго будешь сидеть, то лучше мне сказать, потом придёшь. Если ты так будешь говорить, то я дальше тебя не буду слышать. Ну, серьезно, ты у меня плюс 200 выкручен, чел. Олег тебе объяснял, да. Он тихо говорит просто. Я не знаю, проще на язык жестов перейти. Нихуя. Ты что, какой-то гопота какая-то, слышишь? Напали. Спрашивает с меня. Заходишь такой на район. Завтра зайдешь, тебе буду орать в дис, понял? И не пульте босса раньше времени, я припод пью. Алло! Ну, по времени... Ты чё, припоты пьёшь? Пулю. Вот бы жизнь так разбухлевала, как в игре. Эмма. Ой. -2. Два гимна у вас есть, если того же риска. Падаем, падаем нахуй, не хватит ДД. Козёл старый, блядь. Я не знаю, покрывалом накрось, чтоб тебя не слышно. Покрывалом накрось. Здорово, ребята. Первый, первый, я второй. Нахуй. Кот красный. Роджер 5-9. Зайти Роджер дед. Вы будете кого-то менять, нахуй? Негатив.
дыхание, вдох, выдох. Есть на первом месте у него. Войд, я прожала дубовую кожу, когда вижу то, что я дохну. Чё, почему меня сложило? Нормально. Тогда у меня будет меньше брони, и тогда меня быстрее сложат. Покойствие, сдай. Хил лучше, чем сейф твой. Мага себе слава. Не-не-не, она может хилить себя только под дубовой кожей. Нажми мага, возьми в таргет, дед. Возьми мага в таргет любого. Ты как будто сейчас умрёшь, у тебя голос. Угу. Как будто уже помираешь. Падла. Ой, чувствую такое. Так точно. Ну, в Гарри Поттере как раз таки волшебством все. Чинитесь, живите. Что-то Войд, короче, переиграл в Хогвартс. Жмите кнопки. Врейд, поменяй доспех. Да ты чё рофлишь, он бы запустил его там огонь из компьютера. Нет? Бы полился. Зачем меня доспех? Я нажму щит маны. Щит мамы. 210 сапрота темной магии, думаю, их. Я понял. Берегитесь. Я понял. Какая же у него клевая анимация прокрутки. Бомжи побегут. Миля, отойди. Ой-ой-ой, на меня идет. Я взорвал одного. Эйф. Что делать? Одного. Других взорвай. Ну все. Сержа убила. Отошли, отошли. Отошли с огня. Я не видел, куда я резаюсь из-за босса. Ну, сову не видел. Хули падайте. Позвали в очередное ТТГ. Рус. А чё это? Типа за вагонец. Хилы спят нахуй. Почему Седжу не выйдет? Так нельзя вагонец. Десятки. Не, Седжу там поднялся. Там на полсекунды буквально. Что я? Нет, там спрашивают, что не захилили тебя, я говорю про то, что типа ты поднялся, где-то секунда, ты уже все. Да. Ну, я, если что, закрывал черепиздриков. Там дыхание еще поперло. Я под кошем их закрывал, и я... это не спасло. Может, он, конечно, не прокнул, но... Обычно он такой в PvP не прокает. Когда появляется портал мобов там или там еще что-нибудь. Ну кто там, блять, у нас? Кейт, да, только? А, может, с зеленкой, короче. Вот ему, в принципе, можно отойти от босса просто и цеплять мобов. Чтобы они на него шли. Ну, если на миле. Ну, зеленка, наверное, получше будет. Чем да, получше. Зеленка получше. Плюс он, типа, латник. ХПшки побольше. Да, ну брони побольше. Ну или кантилятор там. Там брони раза в 4 побольше, наверное, или в 3.
Так это мне от брони зависит. Нож хлопает просто. Ну. Это магия. Магия хлопка. Магия шлепка. Ну что, будем убить его? Алло! Чё там? Мили вышли. Сферку закрыли. Один человек. Мобы на мили один вышел. Мили вышел. Один только. Блин, сфера появилась. Не тот вышел. Ну да. Заходи, консерватор. Ворон эти бублики. Не каркай лучше. Ой-ой. Стрела мрака, дыхание мрака. Слишком мрачный босс. Зашли вы в бублики. Все, убили. Наверное. Почему ты чушь не снимается кошем, я не понимаю. Не хочет просто. Ворына. Ну вот. На прокола. Вот тебе я на паладина, короче, запы на ДД. Я еще упал там. Если надо. Там еще упал такого забавного. Забавного, ну, да. Платы. Ну, да, технологии заплатных, что еще? Ну, пояс. Пастерский. Че вы тут убили, да? Это не все еще будет. А, это все? Все.